Привет, друзья! С вами вновь я, Виталий. Тема, что у меня с ним. Я бы хотел тему закончить, подвести черту, показав вам, что в самом начале вопроса, что у меня с ним, лежит ответ. Это ответ наша близость. Поэтому этот уровень мы можем назвать уровнем близости между партнерами. Когда вы задаете себе вопрос, а что у меня с ним, и не знаете, что написать ни в одной из этих колоночек, то, вероятнее всего, вы находитесь на уровне близости. И вы находитесь в потребности быть близки друг другу. И более вас ничего не интересует в этот момент. Это такая хорошая, большая фаза близких, очень близкое такое партнерство, скажем так.